Влад Колесниченко получил высшее образование и готов отправиться на службу в армию. Парень из семьи военных, говорит, родные были рады, когда он сообщил свое осознанное желание отдать долг Отечеству. На службу хочу, потому что перспектив много. Я считаю, высшее образование получил, если сейчас еще я служу, то легче и проще будет найти работу высокооплачиваемую и хорошую. В Самарском внутригородском районе со школьниками проводят большую патриотическую работу. Служба в армии – это почетная такая обязанность каждого юноши. Я считаю, что через нее должен пройти каждый настоящий мужчина. Патриотическое воспитание, да, у нас есть, и если брать Самарский район конкретно, у нас из 5 школ в 3 сейчас есть отряды юнармии, где воспитывается как раз-таки вот этот вот дух патриотизма. Призывники по-прежнему проходят ряд медицинских специалистов – хирурга, терапевта, лора, окулиста, невропатолога и психиатра. Призывной пункт – это конечная станция будущих защитников Родины, куда они приходят уже после всех врачей. Пандемия сказалась на работе ведомства. Призывники заходят в кабинеты по одному, что позволяет сохранить социальную дистанцию. На входе всем измеряют температуру. Соблюдается масочный режим. Хочу сказать наперед для родителей призывников, потому что понятно, что они волнуются, переживают, не менее строгие и серьезные меры принимаются в войсках, поэтому все их сыновья, которые отправляются для прохождения военной службы, я уверен, будут здоровы. На областном сборном пункте призывники пройдут повторное медицинское обследование. Мария Левина, Василий Колдашов, «События».